Алле Кощеевой 16 лет. Публике уже известно имя талантливой художницы и очень стойкой девочки, у которой от рождения на руках всего 3 пальчика. Вы все знаете то, что и видели меня, то, что я не такая, как все, я необычная девочка. У меня аплазия предплечий, рук и кистей. Но, несмотря на это, я спокойно живу, мне это никак не мешает. В раннем детстве врачи ставили крест на судьбе Аллы и рекомендовали приобрести протезы. Но мама девушки Елена, напротив, стала изобретать самые разные способы для развития моторики. Ее стараниями Алла сегодня умеет сама готовить, краситься и даже писать картины. Мы когда гуляли по лесу, там по парку, мы изучали кору этого дерева, листики у этого дерева, травку. Хочешь, да полежи на этой травке, выдерни ее, там листики поподбрасывай. Надо изучать. Развивать вот эти пальчики. Она когда родилась, у пальчика они просто висели. А сейчас у нее полноценные, твердые, хорошие руки. Сегодня Алла уже не тот ребенок. Она уже учится на программиста на первом курсе. Девушка открыто рассказывает о своей жизни, делится опытом и даже устраивает такие творческие вечера. Очень много произошло отрицательных, так скажем, ситуаций в моей жизни, которые я вспоминаю с болью. Но я думаю, то, что я становлюсь что-то среднее между оптимистичным человеком и пессимистичным. Я становилась и становлюсь более спокойной. Я сама рисую. Я не хочу никому подражать. Я хочу быть такой, какая есть. Я хочу выражать только то, что я хочу, а не остальное. Нечего опускать руки, когда их нет, шутит мама Аллы. Подобные встречи они планируют проводить еще для всех, кто оказался в похожей ситуации. Ведь красивая и талантливая девушка живым примером доказывает, что все ограничения только в голове. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.